привет, ребята! Сегодня у нас будет обзор на обновление в Melon Playground 15.1.100. По-моему, это самое странное обновление. Я слышал, когда а почему тут робот? Боже, почему тут этот робот? Боже! Где мелоны? Где тыква? Так. Ну, хотя бы вас я сохранил. Так. Что тут? Так, в предметах ничего нового. Ну, джип остался. Так, что тут? Ого. Ну... А вот это уже хотя бы прикольно. Так. Не, это и прикольно, и в то же время очень странное обновление. По-прежнему такое же голосование. Так. В гранатах тоже ничего нового. Боже, что это за обновление такое? Хотя бы у меня сохранились они. Да. Но зачем тут этот робот нафиг? Зачем тут нафиг этот робот? Где мелоны? Я не понял, где мелоны? Так. Ну хотя бы фоны можно поменять. Боже, что это? Так, можно... А, ну, у них только вот такое вот масло. Блин, так, ладно. А давайте посмотрим менюшку. Так, файл менеджер. Так, тут все ок. О, мод эдитор. Так, понятно. Все ок. О, точно. Или хотя нет. Не буду рисковать. Так. Понятно. Ну, в менюшке тоже ничего такого новенького. Так, новые карты вообще есть. Стоп, а тут изменили цвет воды обратно? Боже, они ухудшили эту воду. Какого они ухудшили эту воду? Боже, что это? Что это? Это самое плохое и самое странное обновление. Не, по-моему, оно связано с каким-то... космосом или чё? Так, понятно. Ну, обновление вообще какое-то странное. Блин, почему не Мелон? Ну, того. Вы сами понимаете. О, а что если... Так, ресайз. И сделаем прежнего такого мелона. Мелона такого прежнего сделаем. Так. Ну, кривовато получилось, но... Нормальный мелон такой. Ну, в принципе, ничего нового. Это был весь обзор на обновление. Всем пока.